Здравствуйте, это я, младший капрал Чейз Ривз. Сейчас я иду, пока я говорю по-русски. Но это безопасно, конечно. Я иду по шоссе I-80 к Сакраменто из Рино. Сегодня вторник, и я иду по Сакраменто, к Сакраменто, потому что там живут моя тетя и дядя, и мы с сестрами решил увидеть их. Но сейчас я иду один. Мои сестры едут в другой машине сейчас. Но мы увидим тетю и дядю сегодня. А потом завтра мы поедем в город Валехо, потому что там есть 6 флагов, парк. Но я был в Рино 3 дня. Особенно в дни рождения. Я был очень рад увидеть мои родители и сестры на день рождения. Но и тоже рад, что день рождения был в отпуске, на отпуске. Я еще хочу говорить по-русски. И моя семья не понимают что я говорю. Пока я ехал, я подумал, почему нет говорить по-русски, когда ехал к Сакраменто. Но сейчас мы здесь. Смотрите, это очень большой грузовик и тоже лес. Сейчас мы в горях. Находится недалеко от озера Тахо. Здесь у нас очень красивый лес и мосты, и тоже старые магазины и автосалоны, почему нет, и автосервисы. Как интересно, да? Ну, это все сейчас. Сегодня я встал очень рано и решил remove уши, а потом мы с собаками гуляли в парке, расположен недалеко от домой. А потом я
приготовил для поездки. И я думаю, что это все сейчас, но вечером я хочу снять еще видео о то, что я сделал сегодня. Мы с сестрами увидим тетю и дядю, и потом, может быть, съедем. Я не знаю. Я очень рад. Это с тех пор был очень отлично отличным отпуск. Спасибо и увидимся.